Привет, земляне! Я Юрий Сатурмин, и вы на моем канале «Сельский шуденник». Сейчас сделаем обзор пчелиной семьи, посмотрим, как, что там происходит. Сегодня 3 января 2021 года. Вперед! Я аж крышку открывал, поэтому там щель. Чтобы пчелки успокоились, сделаем пару вдохов детки. Так, смотрим. Ставил рамочку снаружи. То, что я очистил, они взяли. То, что не подорвал, не скрывали. Так, пчелы достаточно уже. Смотрим. Вот, мне тут понатаскали уже. Здесь еще есть. Так, подвигаем. Так. Здесь вот тоже перговая, вот перга тут натаскали. Прекрасно. Пора расширять. Пора расширять. Так. Что тут? Ну, расплодик. Вот расплод. Он плотненький, хороший. Присутствует трутневый расплод, присутствует трутневый расплод. О, здесь тоже полненько, хорошее. Тут то же самое. Так, надо расширять уже гнездо, на мой взгляд. Сейчас поставим две рамочки в разрез. И здесь раз. Так, хорошо. Здесь что? Здесь она напрыска. Одну рамочку ставлю. Вот здесь расплод и здесь расплод. Ставлю сушь для того, чтобы матка сеяла. Хотя даже поближе, наверное. Вот сюда. Чтобы матка сеяла. Так как много молодой пчелы,
который вырабатывает воск. У меня на сейчас вощины нету. Я поставлю в разрез гнезда пустую рамочку. Как в разрез. Здесь расплод. И дальше расплод пошел. Чтобы они работали. Все, чтобы им тепленько было и хорошо. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь этим видео с друзьями. Сейчас идем к улику и посмотрим, что там происходит. Тот новый улей, который я делал дно. Ну, посмотрим, короче. Итак, дуванем сюда. Посмотрим, что тут. Так, за закладной. Все тут у нас. О, почистили хорошо. Замечательно. Мы ее сейчас гнездо поставим. Оп. Полненько. Оп. Здесь тоже натаскали и маточники. Мисочки вон. Мисочки готовят. От мисочки есть две хорошенькие такие. Будем выводить маточек. Так, что тут у нас? Расплод. Прекрасно. Крутнёлы присутствуют. Тоже вот расплод.
Это хорошо. Тут расплод. Тут что у нас? На крайней. О, тяжеленькая, полная. Так, хорошо. Так, делаем следующее. Ставим вот эту рамку, что очистили они. Сюда под медик. А, и вот здесь рамка с трутневыми сотами. Мы ее тоже под мед поставим с краю гнезда. Так, это и нету. Хорошо, более-менее светлый. Вот сюда ставим под расплод. Так, и под конец ставим еще сюда. Хорошо. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь этим видео с друзьями. А пока-пока.